Салам Нахар. Сейчас вам покажу, что я купил в Солитоне. Вот. Солитон магазин. Купил себе такую сумку для путешествий. Там адаптеры по банку, такие как селфи-палки, то так ложить. И купил себе пауэрбанк. Потому что у меня пауэрбанк уже такой старый уже. Он такой уже не работает. Он вверх уже так спух. Уже сколько лет он поработал, я вот заменил новый, купил по банк. Сейчас покажу вам. Вот в Солитон магазине я был. Вот, сейчас я покажу. Xiaomi. Вот этот фирмы Xiaomi Powerbank выбор такой хороший. Может заезжать вот сверху, может заезжать телефон. Заезди телефон, может здесь. Сверху заедет телефон. И вот здесь по бокам уже. На 1000 вот. На вот такой. На 1000 выбыл. Xiaomi. Вот. Можете остановить камеру, посмотреть. Беспроводно. Устройство такое. Я пошел по районам езжу, путешествую. Много по району уже уже буду ехать. Сейчас буду уже лето начинается уже ездить по районам. Сейчас я поеду. Я вам скажу. Я еду сейчас лаванда. На лаванду там. Сейчас у нас в Исмаилах будет там как тур, то поеду на лаванду. Там как фотосессия. Там буду снимать там видео. Там очень красиво лаванда. И такой маленький такой пучок оттуда привезу. Лаванда. У нас как лаванда есть и лаля. Лаля. Вот это тоже тур. Лаля. Этот маковый поле тоже там есть. Тоже там тур будут. Я первый еду в Исмаилы на лавандовый тур. Вот это мне такой пауэрбанк он нужен. Потому что мне старый, он уже плохо заряжается. Он как заряжается, сразу разрядился. Уже он уже сколько лет? Больше 5 лет, 6 лет у меня уже пауэрбанк по работу. Он там, мне же не помню, какой-то фирмы был. Я уже выбросил, потому что он вот здесь вот сверху здесь опухло. Так вот уже, как шишка стала уже, сколько, 5-6 лет уже поработал пауэрбанк. Вот заменил вот на новый, вот Xiaomi. У меня сейчас новый пауэрбанк, как помощник. Вот что зайдите, что там не искать там ресторан или перед кафе, как будто там, или там в автобусе попросить, что там не зайдите, или в шопе там всегда его там отвлекать его, что это не зайдите, телефон, мне телефон сел. Вот это такой Xiaomi взял, такой черный цвет пауэрбанка. Сейчас его открою вам, распакую. И вот это в Солитоне. Вот, сейчас. В Солитоне. Еще вот такую сумку взял. Да, путешествие, как вам говорю. Туда пауэрбанк ложить, там адаптер, шнуры, кабеля. Вот могу вот этот положить. Какое сказать? А, зарядки, пауэрбанки. Потом сейф и палка, вот, что необходимо, вот это могу вот эту сумку, такая тоже черного цвета, сейчас распакую вам покажу. Фирма не знаешь, какая вот такая, вот на эта фирма. Вот. Такую сумка. Вот она. Вот до сего, до пауэрбанк, может ручку, такие микрокарты ложить, наушники, часы можно вот, тут часы, наушники. Пляж карта, вот пауэрбанк, можно для сумку все ложить, она вот такая. Сумка. И даже можно свой телефон поставить, для сумку можно даже телефон. И с собой брать. Вот такая. Сейчас, сперва начну сумкой. Вот такая сумка. Сейчас я его успокою, вам сейчас покажу. Так, сейчас я вот эту сумку распакую, вам покажу вот так. Вот это Солитон. Так. Вот. Вот такая упаковка. Вот и обычно. И вот она сама сумка. Вот, вот такая сумка. Вот здесь. Вот такая сумка здесь у нее. Вот эта фирма. Сейчас распакую.
Вот такая черная, гладкая такая. Не кожа, такая тряпочная. Такая, она как, я вам скажу, она не кожа, она как такая, как, я вам как сказать, такая, как дутик. Такая тряпочная, как наподобие дутика. Вот это фирма. Вот. Это фирма. Она как наподобие как, такой дутик. Такая тряпочная, хорошая, приятный такой материал у него. Вот эта фирма. Вот. Вот такой фирма. Вот она фирма. Даже вот такая здесь эмблема. И вот здесь такой ремешок. Такой ремешок типа какого-то кожаный. Такой здесь какой-то такой. Это вот так берете. За руку. На руку так. И все. И вот так она. И так висит. С собой так берете, как кошелек. Сумка. Здесь карманы есть. Очень. Вот. Первый карман здесь. Сейчас покажу вам. Вот. Здесь такой нормальный, глубокий такой карман. Что можно положить что-то. USB, кабеля или что-то такие. Фляжка тут сюда подойдет. Вот такой. И сейчас ноты покажу. Так вот, такой замочек. Вот. Так, это что? Обычно такая коробочка. А. Коробка пустая. Такие. Вот. И вот здесь. Здесь много у него камашек. Здесь может адаптеры, шнуры. Вот. Чтобы вот так положить. Сюда. И вот здесь такой камашек. Вот здесь на замке открывается, закрывается. Здесь такой камаш. Вот так. И вот сюда что-то можно тоже положить. Вот сюда. Эмблема такая. И здесь тоже карман. Вот здесь для ручки. Здесь можно. Вот здесь вот такая резинка. Сюда можно эту ручку вставить. Еще вот здесь тоже замочек есть. Вот. Здесь такой замок. И тут тоже что-то можно поставить. Здесь что угодно можно сюда поместить. Даже телефон, даже селфи-палки. Вот эти маленькие селфи-палки. Такие складные. Складные селфи-палки сюда можно. Еще здесь два кармана таких есть. Вот такой сеточный такой здесь карман. И вот здесь еще сеточный такой карман. Два таких сеточных здесь кармана. Вот. А, один отсюда. Вот один здесь такой сеточный карман. Один вот такой здесь, а. Один вот здесь сверху тоже есть сеточный такой карман. Вот. Такую хорошую сумку здесь. И вот здесь что-то можно так положить. Вот. Сюда тоже можно что-то вставить. Так, вот такая отличная хорошая сумка. Вот. Такая. До путешествия тут хорошая такая сумочка. Все собак, все сюда, в телефон, все. И все рядом. Вот такая компактная такая хорошая, компактная такая хорошая сумка. Маленькая такая. Не слишком маленькая, такая средний размер. А путешествие это такая хорошая. Такая сумка. Вот. А сейчас вам покажу Powerbank от фирмы Xiaomi. Вот такой купил. Сейчас распакую, вам покажу. Вот. Сейчас. Вот так. Здесь у нее такая инструкция. Как мини-паспорт. Я вам сейчас покажу. Вот такой мини-паспорт. Вот такой. Вот здесь Powerbank, вот это внутри здесь. Это USB кабель для зарядки. Такое зарядное устройство. Вот такое. Такое зарядное устройство.
Вот нормально зайти в Powerbank. Сейчас самой вот здесь. Так. Вот он. Такой у меня чехолчик. Вот. Самой вот. Вот такой. А этот, смотрите, здесь. Вот он. Powerbank. Такой. Вот здесь тоже можно зайти. И здесь так, вот такой наклейка. Такая наклейка здесь. Вот. Что он новый совсем. Вот такой. Да, вот большой. Можно здесь зайти. Вот два здесь такое отверстие. Можно зайти Powerbank. И вот эти горят кнопки, когда полностью заряжен Powerbank. И когда уменьшить здесь кнопки. Причем когда мало сайт, собственно, знает, что банк уже здесь заканчивается. За это он стоит. А вот это когда полная, на полные, вот эти полные кнопки, это все. Когда полная, за это, тогда это. Здесь все кнопки уже до конца закают. Но здесь кнопка включается, включается. Вот так. Нажимали. Посмотрим. Вот. Закаялся. Пока здесь две горят. Все, видишь, отключился. Уже его заездить. Вот две. Возможно, вот это все горит 4. Так, сейчас посмотрим. Вот это его Powerbank. Сейчас включим. Вот. Сейчас возьму телефон. Подключим сюда. А, здесь не подходит. Сейчас мы вам другой сделаем. Видите, сейчас другой возьму. Саму телефона. USB. Так. Вот. Подключили. И сейчас подключаем к телефону. Все, зайдет. Телефон заряжается. Вот. Powerbank, это что, новость я сделал. Вот. Вот такие у меня покупки. В Солитоне. Купил вот эту такую сумку, купил для путешествия. Powerbank, сейчас его выключу, нужно выключить. Так, сейчас его отключу. Все. Синяя кнопочка. Сейчас отключится. Нужно полностью зайти. Здесь мигает уже свет. Нужно отключить. Включаете. Выключаете. Все. И вот здесь можете его ставить. Зайдите его. Так, сейчас. Сейчас мы его проверим. Я хочу проверить на вот этот телефон. Посмотрим, зайдет. Нет, это не поддерживает. Huawei ваши не поддерживаете. Это поддерживает только Samsung и Xiao и iPhone, телефоны. То сверху так положите, телефон так заряжается. После это не поддерживает этот телефон. Все, как iPhone и Samsung. Новые модели Samsung поддерживает. Вот это я проверил, это не поддерживает этот телефон. Так, оденем на него чехол. И вам сейчас еще покажу мне как подарок. Мне подали мне мини-колонку, тоже Xiaomi. Вот, смотрите. Вот такую. Я уже проверил его. Он все отлично, такой хороший звук. Вот он. Это мне подарок. Тоже малка Xiaomi. Такой подарили мини-колонку. Вот это вот как
ленточка такая белая, сама такая мини колонка, а звук такой сильный. Вот он. Вот такая колонка от всего. Сейчас мы его откроем. Звук отличный. Вот. Здесь вот посередине включаете. Здесь вот. Вот здесь так держите. Все. Вот. Загорелось. Буду проверять. Здесь просто YouTube. Авторские права, не пропустить музыку. Музыку я буду проверять. Видео вставлю. Вот. И вот здесь у него USB. Такой USB здесь заряжаете колонку. Проверять колонку я буду авторские права на YouTube. Я буду колонку проверить, видео вставлю в телеграм-канале. Кто хочет, заходите в мой телеграм-канал. Вот там это, вот эта колонка я буду проверю. Вот там этот звук. Как у него будет. Я отдельно это видео такое сниму, эту колонку. В телеграм-канале будет мне это видео. Я туда выставлю канал. Туда в телеграме выставлю это видео. Когда будет проверять эту колонку. Его звук. Я вам там покажу, какой у него четкий звук, какой у него мощный звук. Просто, а на YouTube канал я не смогу, потому что там авторские права. Потому что YouTube не пропустит. Только в телеграм-канале хотите заходить в мой канал, телеграм-канал. Вот там это я вот это буду видео там выставлю по эту колонку. Отдельное видео, я влог сниму по эту колонку и звук. Все. И вот здесь внизу тоже так отключать, мигаете. И тоже нет зарядки. И все, а вот этот его шнурок, вот здесь, вот это место даже до шнурка вставлять. Я посмотрю, смогу его одеть. Здесь такое отверстие тонкое. Так вот здесь. И здесь нужна иголка. Так не вденешь его. Здесь нужна иголка, так его не вдеть. Вот так заходи. Посмотрим, может. Нет. Нужно иголку. Я вдену его иголку. И так. И потом так на руке, вот так в руке его можно так держать. Так колонку. Сейчас иголку понесу. Я иголку понес. Но я без иголки. Иголку не понадобилось. Вот так я всунул. Отвести все. Так немножко прижал. Все. Вот. Сейчас я вытащу. Вот, все. Даже иголка не нужна. Принес иголку. Но уже не нужна. Это иголка. Сейчас. Вденем. Вот так. Все. Одел. Все никуда не денется. Ну, шнурок. Не так. И так на руке можно так повесить. И с собой таскать. Так, включайте здесь. Немножко придерживайте. Все, загорелось. Вот такая колоночка мини. Она очень такой. Я думаю, она такая мини-колонка. Я думаю, это мини-колонка. Звук такой будет очень мелкий такой звук. Не будет не очень такой громкий будет. Я думаю, что это не очень будет такой громкий звук. А когда я его повел, вот я его когда повел дома, звук такой мощный, такой сильно мощный звук. Я как еще раз говорю, что в телеграм-канале я отдельный влог сниму по эту колонку мини. И там будет музыка, там я все это увидеть, там какой у него такой четкий звук. И такой мощный. Такая колоночка. Вот такие у меня покупки. Мне в Solito магазине. Такую сумку взял, пол банк,
А вон ко мне вот это подарок вышло. Такой вот сумочку для путешествия. Powerbank. У него такой матер. Как пластик, но матовый такой у него здесь. Такой матовый. Хорошо, может быть. Салфетки так можно вытирать. Только салфетки, тоже наши, я вам говорю, салфетки только вытирайте, такую технику. Только смотрите, когда покупаете салфетки, чтобы было написано без спирта. Если со спиртом, нет, это не вытирайте, потому что здесь будет оставать пятна. Без спирта. Без спирта есть такие салфетки, без спирта. У нас там они 45 копеек стоят, а демонад стоит такие без спирта салфетки. Когда как карманы идут салфетки такие пачками. Вот без спирта вот так вытираете все. Никакие пятна, ничего не будет. И такая вот подарок на колонку, я его проверял на звук. Мощный такой хороший этот звук. Тоже вот такой прямо сильный. Прямо такой сильный. Вот такие мне такой подарок. Подарочек по мини-колонка. И вот эти, что я в солитон купил. Вот. Сумка стоит, я сказал цену. Сумку там я взял за 29 манат, почти 30 манат. Стоит это такая сумка. 68 манат, вот такая. Почти 68 манат, полбан стоит 68 манат. Все, какие у меня покупки. Все, на солитоне, что такое, на какой лайон, что необходимо, я вот эту себе купил.